Экономика еврозоны снижалась, оставаясь в зоне падения с начала 2021 года, поскольку индекс деловой активности PMI упал до 47,5 с 49,1. Розничные продажи Великобритании также не смогли оправдать прогнозов аналитиков наряду с пересмотром ноябрьских оценок в сторону снижения. Слабые данные PMI еврозоны были обусловлены социальными и экономическими ограничениями, ужесточенными по причине обнаружения нового штамма COVID-19. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отменил указы о социальной изоляции по всему штату в понедельник, что позволит ресторанам и спортивным залам вернуться к работе. Такое решение было принято на фоне падения среднего 7-дневного значения заболеваемости COVID-19 в стране до минимального уровня с декабря, тогда как количество госпитализированных граждан, зараженных вирусом, опустилось до самого низкого уровня за 6 недель. Начинающие трейдеры продолжили интересоваться нишевыми акциями во вторник, побуждая опытных продавцов с осторожностью отнестись к их позициям. Поскольку акции американского ритейлера видеоигр GameStop соблюдали восходящую динамику четвертый день подряд, отчасти движимые главой Tesla Илоном Маском. Бумаги GameStop выросли на 50% на постмаркете, вдобавок к 93% росту на сессии во вторник после твита Маска GameStonk и ссылки на форум по фондовому рынку Wall Street Bets от Reddit. Американский разработчик программного обеспечения Microsoft Corp подготовил почву для положительных показателей по прибыли в технологическом секторе, сообщив о 30% росте прибыли во втором квартале финансового года. Дело в том, что пандемия способствовала активизации приобретения облачного хостинга компьютеров и Xbox, а также увеличению инвестиций в удаленную работу и обучение. Продажи Microsoft увеличились на 17% до $43,1 миллиарда, превышая прогнозы аналитиков на 10%, тогда как сервисы облачных вычислений Azure прибавили 50%. Акции компании торговались на пиковом уровне в $238 на премаркете среды. Японский автогигант Toyota Motor Corp превзошел конкурента Volkswagen в продаже машин в 2020 году, восстановив статус крупнейшего продавца автомобилей в мире впервые за 5 лет, поскольку падение спроса на фоне пандемии оказало негативное влияние на немецкого автопроизводителя. Toyota заявила в четверг, что объем мировых продаж компании снизился на 11,3% до 9,528 миллиона автомобилей в прошлом году, в то время как продажи Volkswagen упали на 15,2% до 9,305 миллионов единиц.